Гастроли по России – редкость для русского балета. В основном театр под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева представляет свои постановки за рубежом, пропагандируя отечественный классический балет. С момента последних гастролей именно в Сочи прошло 20 лет. Свое возвращение театр называет долгосрочным и планирует гастроли по всей стране. Уже 2 августа артистов ждут в Крыму. В олимпийскую же столицу русский балет привез наиболее любимые зрителями постановки – «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица», «Шахерезада», «Дон Кихот» и детский балет «Чиполлино». Всюду, где мы бываем, наш театр, балет Гордеева, то мы несем всюду культурную миссию русского народа, русского искусства. И я вам должен сказать, что понятие, в каждой стране есть балет свой, классический. Есть и в Японии, и в Китае, во всех странах мира, и в Германии. Но понятие русского балета во всем мире только одно – русский балет. Востребовано это искусство и в самой России. Доказательство тому – отсутствие билетов в кассах зимнего театра. Когда мы конкурируем с призом вечерним, да, конкурируем с огромным количеством предложений, с Олимпийским парком, с необыкновенным шоу ледовым, да, и заполняем зал зимнего театра, наша общая победа, конечно же, в этом присутствует и бренд «Русский балет». Да, все это, к счастью, стало востребовано теперь не только за рубежом, что было всегда стабильно, да, но и, к счастью, становится интересно родной стране. Это называется, да, «Возвращаемся к истокам». Представители театра «Русский балет» отметили, что от Сочи они в неописуемом восторге и предложили создать на курорте школу русского балета Вячеслава Гордеева. Принимающая сторона отметила, что здесь для этого есть все условия и возможности. Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.